«Наш мир открыт каждому». Под таким девизом на центральной почте состоялось открытие нового магазина. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые посетители, клиенты наши, сегодня у нас в Угличском почтамте такой интересный день. Сегодня мы открываем, торжественно открываем магазин открыток. Магазин открыток фирмы «Арт Дизайн». Лидирующий на красочном рынке открыток холдинг «Арт Дизайн» на сегодняшний день является ведущим производителем открыточной продукции высокого качества, признанной не только в России и СНГ, но и за рубежом. Наши открытки номинируются на приз «Луи Авуар», так называемый «Открыточный Оскар». Мы имеем 3 таких номинации, и практически с того времени, как мы начали выступать, представляем наши открытки, значит, нас отмечает мировое открыточное сообщество. Качество выпускаемой продукции неоспоримо, ведь над каждой открыткой, кстати, выполненной вручную, трудится не менее 12 человек. Я думаю, что этот магазин украсит старинный город Углич, и, во-первых, это для угличан, для населения, для посетителей почты очень хорошее дело. Здесь можно выбрать, вот я так прикинул, около 150, около 200 дизайнов. Это каждого вида открыток. Это очень хорошая представленность. Здесь есть все виды практически. И классические открытки, и детские, и юмористические, и свадебные, и так далее, и так далее. В общем, в нашей коллекции около 1500 дизайнов ежедневных открыток, около 500 сезонных, новогодние, весенние и так далее, и так далее. И со временем мы представляем, что со временем, очевидно, отделение связи или такой почтамт, как Угличи, может стать таким, ну как, большим центром притяжения людских интересов. А пока «Мир открыток» – это один из первых магазинов, открывшихся в Ярославской области. Светлана Бородинкова, Дмитрий Парфенов, Угличское общественное телевидение.